чем мы с вами каждый вспоминаем из детства. Это пленка молока, в котором молоко никогда не прокисало и всегда было холодным. Это красивое искусство, которым можно сегодня любоваться и передавать по наследству расписные и вазы, и блинки, и миски, и много-много изделий. То есть то искусство, которое сохранилось, но то, которое сегодня практически не передается на будущее поколение. Я так думаю, что и уверена, что именно с этой проблемой мы сюда и пришли, что то, что есть в руках у мастеров сегодня, должно остаться в России на века и должно передаваться подрастающему поколению. И мы должны найти пути развития этого творческого искусства в сегодняшнее время и сохранить на будущее. Если все поколения до нас смогли сохранить это, передать будущим поколениям, эта цепочка не должна прерываться на нашем веке, на нашем поле деятельности. Поэтому я думаю, что сегодня разговор и обсуждение будет заинтересованное. Мы услышим ваши предложения, с которыми сможем обращаться в те инстанции, о которых вы будете говорить, чем нужно помочь, что нужно продвинуть и в какие двери надо стучаться, чтобы искусство, гончарное искусство в Российской Федерации развивалось, ширилось и передавалось от поколения к поколению. Модератором сегодняшней нашей встречи будет поверен Александр Иванович, сподвижник гончарного искусства, гончар, ну, ему и слово. Здравствуйте. Сначала я должен сказать, что все, кто будут выступать, обязательно называйте свое имя, фамилию, отчество, занимаемую должность и прочие регалии, если они есть. Это делается для того, чтобы все это, что мы говорим, пишется на пленку. Это останется в века. И потом, как и археологические раскопки, инструментов пленки, также и журналисты будут расшифровывать нашу сегодняшнюю запись и понимать, что происходило вот в 21 веке, связанном с гончарным искусством. Сейчас я попрошу всех представиться, это тоже очень важно. Буквально вот давайте пригласим с вас. Представьтесь, и так попробуем все представьте, все это будет зафиксировано в документе. Чтобы знали, кто присутствует на нашем высоком собрании. Я очень рада присутствовать на форуме, потому что... Павел Владимирович, вам не больше, потому что говорить, что будет потом. И поэтому спасибо большое, что Александр Иванович, мой лучший друг, мой лучший педагог. Я сейчас заведу Харьковской декоративной культурной площади Московского государственного культуры. Я лично, пожалуйста, развиваю это. Имя, фамилия, отчество. Сокол, ты любил Василий. Закрытный Николай Иванович, заслуженный художник России, профессор, ГИК. Это Александр. Малак Арсений Юрьевич, студент Московского государственного института культуры, кафедры декоративно-прикладного творчества, направление керамика художественная, студент, гончар, ученик Александра Ивановича. Училась у Александра Полякова.
Исследовательский центр «Гарпон», журналист в этом стране. Очень рад присутствовать на таком коллегиальном заседании, я не знаю, как это назвать, но, во всяком случае, очень приятно вам услышать здесь всех вечеров. Спасибо. Добрый день. Сергей Акинчев, генеральный директор фирмы «Керамика Жили», председатель правления «Палата промыслов и ремесел». Это региональная палата Раменского района. Добрый день, уважаемые коллеги. Пастухов Татьяна Петровна, член Комиссии культуры Общественной палаты Российской Федерации. Я, наверное, тоже не представилась, начала. Бучинова Лидия Ивановна, член Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации. Марина Александровна Иванович. Кравов Вадим, архитектор, советник Крючка Андрея Николаевича, председатель Совета художников России, председатель Комиссии по культуре Общественной палаты. Илья Калашников, ученик Александра Ивановича Поверина, Московская область, поселок Ильинский. Здравствуйте, Дарья Суркова, генеральный директор компании «Лаборатория керамики», производства и продажи материалов для керамистов. Здравствуйте, Лыцеховская Елена, начинающая гончара, «Лаборатория керамики Ева». Централ Александр Борисович, инженер.